Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Какие вот дела у нас. Мы в Батуми. Пришли в ресторан Пиросмани. Знаете, какой красивый он стал. Раньше такого не было. Сейчас очень красивый. Смотрю сейчас на себя. Губы-то у меня не накрашены абсолютно. А что ты как? Вот такой татуаж, да? Столько лет. Я когда границу переходила, мне это смотрят на мой паспорт. На меня, на паспорт, на меня турчанка. Говорит, не узнаю, там у меня челка была такая, да? И говорит, вы сделали ботокс губ? Я говорю, нет, татуаж делала. Не узнала она меня, не узнала. Вот в таком месте мы сидим с Лучечкой. Заказали острый, оджахури, хинкали, вот несут. Принесли нам сначала салатик. А можно я огуречку? Можно. Ой, как вкусно. Такой сегодня был день тяжелый. Знаете, что случилось? Моя дочка ехала в город, в студию с детьми маленькими. И вдруг я стала плохо очень 3 раза. Поднялось очень сильно давление. Но ей было, знаете, как плохо, что она теряла сознание и руки тряслись. Быстренько остановилась, выбежала даже из машины, попросила какого-то мужчину посмотреть за детьми. Еле побежала за водой, в общем, еле пришла в себя. Потом мне мама звонит, мы с ней были в Силькнете, карту я покупала, симку. Мама звонит, быстро беги, она в Республиканской с двумя детьми. Я побежала, у нее, оказывается, 155 было, давление повышенное. Потом эти детки бегают, я быстро их схватила. Они там меня не узнают. Боже, как вкусно, острый. Кушаем. Так долго ждем. Да, маме? Проголодались, не знаю как. Очень вкусно. Продолжение. Следует. Мари, как будет кушать? Как надо есть хинкали? Взять так, потом откусить и сосать. Откусить и сосать, да? Жидкость, спасибо. Чему суа? Это Ашкем первый раз пробует хинкали. Лезет ли мы, Ашкем? Легенды? Посмотрите на Мари. Смотрите. На сцену выходит. Человек на полу. Человек. Так. Где моя любимая скамейка? Если не найду скамейку, то буду сидеть. Мам, где там сяду? Тут сколько рыб! О, мне страшно. Лучше здесь тапки сниму, а то мне страшно. Вам сейчас на камеру так хорошо не видно, это все вода. Так страшно вообще. Так страшно, тут монетки видны. Вот это здание мне нравится. Мне страшно, чтобы телефон не выпал. А, там рыбки, не видели? Что? Хочется потушиться.
Там какая-то черная фигня. Может, хорошо будет видно на камеру. А, нет, не видно. А это рыбка. Вот маленькие рыбки. Жаль, что вы не видите. Надо мне сейчас столько рыбок подплывать. Вы не представляете, мне страшно. Хотели мы еще на это покататься, но... То есть я хотела на этом покататься, но... К сожалению... Я же уже каталась за 5 лари. Хочется дотронуть, но не страшно, что я не утонула, не выбросилась из него. Всем привет из Мерсина, Батуми. Вероби, я перепутала, где я нахожусь. Сегодня мы ходим по делам с моим сыном. Я сегодня в роли мамы. Заботливая мама. Что здесь за эти сумки? Мираби Акарарис. Какие-то интересные космо. Так, сейчас мы хотим покушать им хачапури. Наработались, находились. Поэтому хачапури по-аджарски. Я здесь не хочу, я хочу на набережную. Я не буду здесь на солнце сидеть. Или внутри, думаешь? Пойдем уже на Ленина, куда ты сказал. Солнце действительно. Так, масло тоже. Открой мне, пожалуйста. Приятного нам аппетита. Очень большой. Вкусное, наверное. Посмотрите, сейчас маслица. Обалдеть, красота-то какая, друзья. Я вам уже показывала эту нашу пьяцу, да? Наша церковь. Замечательная погода, нам повезло. У меня не заканчивается сегодня прогулка. Только что оставили Ашкема, потому что он уже задолбался. Маре нужно вырвать зубы. То я с сыном ходила, пришла домой, взяла внучку. Нас пихают туда-сюда, сделать пробу. Там врач не работает. Вот ходим, бегаем по городу. Ой, друзья мои. Вот так мне весело. В городе Батуми. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.